Предупрежден, значит вооружен. Югорчане откликнулись на призыв пройти обследование на выявление рака. Напомню, в округе проходит месячник борьбы с этим заболеванием. Так, в прошедшие выходные многие больницы провели дни открытых дверей. В Кагалыме любой желающий мог бесплатно и без предварительной записи сделать УЗИ, маммографию, проконсультироваться с дерматологом. Так, обычная родинка может обернуться тяжелым диагнозом, и только своевременное выявление поможет избежать серьезного урона здоровью. О следующих мероприятиях можно узнать на сайте медучреждений. Я к 8 часам пришла, народу много. Но оно того стоит? Ну, конечно. Пришел на УЗИ сходить, брюшную полость, все-таки там несколько органов. Может, если что-то, даже, не дай бог, конечно, на начальной стадии будет, это же хорошо, это же лечится. Меланому еще называют ласковым убийцей, потому что она может скрываться под масками различных образований, ну, не давая каких-либо субъективных ощущений, зуда, боли. В 2018 году на учет взяли 96 пациентов, из них с начальной стадии это около 60%, то есть ранняя выявляемость онкологии.